Друзья, всем привет! Привет, YouTube! Привет, каждый наш подписчик! Вот и наступила осень. Перепады температур, влажная погода способствовали таким заболеваниям на розах, как черная пятнистость и мучнистая роса. Сегодня мы будем обрабатывать розы от этих двух вышеперечисленных заболеваний препаратом Flint Star фирмы Bayer. Это фунгицид, очень хороший и проверенный. Давайте я вам покажу, как выглядит мучнистая роса на розе. Вот, пожалуйста. Видно, да? Белые листочки, это и есть белый налет на листьях розы, это и есть мучнистая роса. А также черная пятнистость роз. Вот ее прекрасно видно. Кто не знает, черная пятнистость роз выглядит именно вот так. Это каждый сезон случаются такие проблемы с розами, потому что от погоды никуда не деться. Это природа. Розы ваши можно уберечь с помощью хороших фунгицидов. Мы применяем Flint Star. Сейчас мы будем обрабатывать. Данный пакетик мы разбавляем на 10 литров воды. Смотрим, ребята. Расфасовка Flint Star идет вот в таких ампулах пластмассовых. Они очень легко отрезаются секатором, чем угодно. Здесь 5 миллилитров. На 10 литров воды мы уже разбавили, уже у нас получился раствор, фунгицид этот белого цвета. Сейчас мы закрываем наш резервуар и начинаем обработку. Советую всем после того, как вы налили уже в резервуар смесь фунгицида или инсектицида, желательно вот так помешать. Это лишним не будет. Для того, чтобы препарат хорошо размешался в воде. Все. Готовая смесь для обработки роз. Друзья, на канал ставим большие пальцы вверх, также подписываемся на нашу страничку Instagram. Всем спасибо, всем пока.